Алиса, стоп! Ты что, тупая? Я тупая, а вы тупая. Ну чего у меня еще носки на столе лежат? Всем привет! И это мой новый влог, первый летний влог. Сегодня 1 июня, время 10:38. Вот. В общем-то, я сегодня должна была поехать со своими сестрами, тетями в горы. Там открылась новая очень красивая кафешка, но она давно открылась. Просто зимой как-то ездить туда мы что-то не ездили. Мы, если ездили, то мы катались на сноубордах, там, на лыжах, вот. А кушать что-то не ходили. Мы на мой день рождения хотели пойти, но тоже что-то не пошли. Сегодня должны были пойти, но у всех дела. Я зря помыла голову. Если бы знала, то не мыла бы. Потому что меня сегодня все кидают. Другой подружке написала. А Жанна, девчонка, я в тебе в кадр попала. Да знаю, мама. Удали. Мама смешная такая. Удали. Ладно, короче, всем пока. Мама вчера купила клубничку. Это уже вторая тарелка, которую я ем. Но вчера я одну съела. И сегодня вот вчера она была вообще не самая вкусная. Надеюсь, это будет повкуснее. Она, видите, такая очень большая. Вот. Это вкусная. В общем-то, я решила себе сделать кудри, потому что мамы нету дома, она мне не может выпрямить волосы, а сама их, увы, ах, не могу выпрямить, поэтому мне пришлось сделать кудри, их намного легче сделать, чем выпрямить волосы мне. Но, мне кажется, они у меня не особо получатся, поэтому, ну, как-то вот так. У меня сейчас тренировка, поэтому нужно выбрать аутфит. После тренировки я иду гулять, поэтому это должно быть что-то не супер-пупер спортивное. Я вообще ненавижу гулять в спортивных вещах, но в последнее время мне приходится. Блин, мне штаны в стирке. Ёб твою мать. Ай, я тупица. Ай. Спортивные штаны, которые я могу одеть, это вот эти. Спортивные штаны. Такие вот серенькие, обычные. Потом, чтобы не гулять в этих спортивных, вот в них я точно не смогу гулять. Я, скорее всего, переодену на вот такие вот лосины. Или не лосины. Ну, короче, сейчас покажу просто свой образ на тренировку. Вот такой образ. Короче, наверное, я на тренировку одену лонгслив и серые штаны. А потом с собой, чтобы переодеться, я возьму, наверное, джинсы. Только какие? Наверное, свои любимые из Зары. С собой переодеться я возьму джинсы из Зары. Вот, должно было быть эстетичное видео, но у меня все вещи попадали, поэтому видео вообще не эстетик. Я знаю, потому что у меня гора. Фокус только на мне. Теперь на мне. Очень мало номер, который я просто ненавижу. Я тоже. А, мне... Сам Пэддитон, влог я уже говорила, но какая разница? Время. Нижняя подчеркиваю, он говорит, нижняя подчеркиваю. Подожди, там. Я набрала. И нагло мне набрала. Я пошутила просто. Я тоже вру маленький. Вот стоит брать? Да. Я хотела подарить, но он... Это классно, потому что... Ты в колледж или в школу? В колледж. Блин, удобно списывать. Там на сорок сочек. Так расписывать? У меня экзамен завтра по математике. У меня то у всех у нас, ты дура. У нас у всех. У меня тоже то есть. Давай. Ты это дай мне. Это таспих. Знаешь, что? Ты не мусульманка, тебе нельзя. Таспих, это там Сури говорит. Короче, на экзамене. Молли рассказывает, как списывать. На экзамене. Наш брат. Ой-ой-ой. Я 3 часа была на математике. Где ты несешь? Мне рассказывай. Смотри, какие классные косички. Там 3 часа математика была. И когда стало час, нам дали ответы просто. И все. Вы поняли, Оля. Почему Камила репостила мою фотку, а вы никто не лайкает? Я лайкаю. Я лайкаю. Я бы ненавидела. Я второй аккаунт тоже лайкаю. И они пошли, и вы встаете, и вы все вместе. Что?
Да, у меня ужасный хвост, потому что я 350 раз переодевалась, сама я себе высокий не смогу собрать. А мы с папой ездили в ДК для того, чтобы купить мне образ для концерта. Мы там сами себе выбираем одежду, вот, в каких-то цветах, не буду говорить, вдруг нельзя, а потом меня убьют. Короче, купили мне одну вещь для образа, для костюма, вот, а остальные я буду покупать. Папа пошел оплачивать парковку, потому что у нас не было мелких денег с собой. Вот. Говорила со страховой компанией. Машина не подлежит ремонту. Можешь пока... В общем-то, мне уже сняли гипс. Рука немножечко припухла из-за того, что, ну, она 2 недели была, ну, вот в таком состоянии. Вот. Ну, и болит сама рука, потому что, ну, она тоже не двигалась, да, палец особо не болит, а вот рука немного болит. Но норм, в принципе. В общем-то, я сейчас хочу сделать себе смузи, и для него нам нужна клубничка, банан и молоко. Надеюсь, оно нормальное. Ну, и блендер. Большая клубничка маленькая, думаю, разрежу на 2 части. Ну, потом порежу банан, налью молоко. Это не так интересно, поэтому... Вот. Мои подписчики, самые умные люди на планете, мне под каким-то видео в комментариях написали, что можно вытащить пробу, или как там называется, из консилера, и его станет больше. Потому что, видите, у меня уже закончился, его там вообще нету. Поэтому мы вытаскиваем пробу, но для этого нужен пинцет, у меня его нет, поэтому идем в комнату к моей сестре. Бам! Вот этим куда? Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Да-да-да! О, они сделают бам! И две линии. Это не как на рель похоже? Чуть-чуть туда. Вот сюда. У них да-да-да. Это моя вторая. Ой, последняя, последний год по флешу. Что мы твоя подружка Надя. Скажи твоему папе. Ага. Вон те девочки, они пытаются приманить мою новую девочку. Твою новую девочку? Приманить? Чтобы ее напугать. Они напугали? Сколько тебе лет? 5 всего лишь. Маме моему, а папе моему 36. Такая сладкая, боже. А маме моей 30. 30? Класс вообще. Пошли. Блять. Ты мой рюкзак-то убери, пожалуйста. Бумс, и просто перебегаем. Пам-пам-пам. Блин, лохушка. Просто стоит уже. Блин, вы можете. Лохушка. Не обязательно сейчас нужно. Я еще танцую. А мы отсидим. В общем-то, девочки мои,
Время 3 часа ночи. Я пришла с тренировки давным-давно, и вот этот волос меня жестко бесит. Мне, в общем-то, сняли гипс. И вот, я не знаю, на камере не видно, но у меня вот огромный синяк. Но это не от гипса, а... Неважно, от чего, короче, упала я. Вот. А помылась нормально сегодня, так очень кайфово, не знаю, хорошо помылась, нормально, потому что мне сняли гипс, и мне было очень удобно. Вот. И сейчас я, короче, буду делать укладку себе. Вот. А еще знаете что? Я потеряла свой лак, и что-то никак не могла его найти. А сейчас что-то волосы свои сушу, фен поднимаю, а за феном вот этот дружок. А я его потеряла. И у мамы его нету, и у моей сестры в комнате тоже нету. Я такой думаю, где он? Это я его туда положила, оказывается. Вот. Короче, сейчас будем делать укладочку. Я вот эту вот пенку наношу на волосы, чтобы дольше держалась укладка. Все эти кудри, они, в принципе, очень долго держатся. У меня они где-то 3 дня точно держатся. Ну вот, короче. Я вообще не планировала снимать влог, но что-то решила продолжить. Ну вот, короче, до завтра. Всем пока. Спокойной ночи. Так, девочки мои, всем привет. У меня сегодня вот такой look of the day. Сегодня 5 июня, и я с моими сестрами иду в спортзал. В общем-то, сейчас мы с вами будем собирать мой рюкзак на тренировку в зал. Еду я вот в таком вот костюмчике от Фила. Это мой новый. Беру себе кроссовки. У меня тут еще дейзик лежит и расческа. Одену еще сверху кофту. Беру переодеться с собой штаны другие. На всякий случай носки и водичку. И все. Мы пришли в зал. Вот. Я снимаю, наверное, 15 айфон. Смотрите, как он медленно, круто приближает. Тренировка с тренером. Мы делали тренировку на ноги. Ой, я забыла выключить. И немножко на спину. Вот. Они такие, I static girl. I static съемка. Тренировка закончилась, мы идем домой. Я уже пришла домой с тренировки в спортзале. Я чуть-чуть подкрасилась, консилер, румяна, хайлайтер и брови. Ну, и стрелочки такие нарисовала. Ну, брови я накрасила утром еще. Ну, короче, вот. Я уснула после тренировки и проснулась в 14:44. А у меня тренировка в 4, я почему-то подумала, что уже 3. И испугалась, просто быстро вот так начала себя красить. А оказалось, только 3, а не... 20 минут или 15 минут четвертого. Вот, короче. Мне, кстати, понравилась сегодняшняя тренировочка. Очень классная. И тренер у меня вот такой. Еще утром людей немного. Мне нравится такое. Да, прикиньте, Камила бомж. Впервые. Ты меня держишь. Пробуем смузи из яблока и черники и рыжи. Для кого? Для меня. Пожалуйста. Соусом белое вино, с пюре из цветной капусты, кедровый орех и красная икра. Утиная ножка, томленая. Да, пожалуйста. С киноа. Немного красной капусты, томленой груши и сливы, проваренные в глинтвейне.
вареники. Мне. С хрустящим картофелем. Спасибо. Приятного вам аппетита. Спасибо. 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 This is the forest. Очень понравилось мне, хотя там такие, типа, блюда необычные. Я думала, мне ничего не понравится, но мне очень много чего понравилось. Ну, короче, вот. Мы пофоткались. Вот. Мы, короче, решили оставить машину и идти до города пешком. Господи, как же... В общем-то, я уже приехала домой, мне очень понравилась эта кафешка, я уже говорила, мы еще пофоткались там по дороге. И, короче, я была же сегодня в новых своих вещах, в новой юбочке, в новой рубашечке, и я забыла отрезать этикетки. Я это поняла только, когда села в машину, когда сняла рубашку. Поэтому сейчас их надо все отрезать. У меня сломался ноготь, где, блин, с какой стороны, я не помню. Ну, там, видите, такая маленькая трещина, но она прям посередине, и он у меня очень сильно болит. Систерс мне уже сделала брови, и из-за вспышки мне очень плохо видно, но на этом я заканчиваю свой влог. Всех люблю, всем пока!